Как ты меня нашел? Вы знаете, я сидел на работе уже, ну, был как бы в депрессии уже такой, ну, что-то у меня уже так вот накипело, что я даже, ну, захожу, допустим, в фитнес-центр и не могу уже поздороваться с охранником, там, не могу там позвонить к директору, я прям, ну, сильно заикаюсь, то есть, и думаю, что вот, решил, как бы, что надо что-то с этим делать. Вожу в поисковике, как и избавиться от заикания. Наталкиваюсь на вас, то есть ролик на YouTube. Там где вы прямо объясняете, то есть все. И что меня как бы взяло, то что я сразу понял, что вы уже как бы заикались. Я тут прямо понял сразу. Но вы как-то вот прямо смогли это как-то побороть. Видно было, что вы с этим справляетесь. И меня это как бы купило. Ну, где-то видно, что, если внимательно смотреть, что где-то в некоторых моментах были бы ошибки, были бы запинки. Но их не было. Ну, ты, наверное, это обратил внимание, что были где-то остановки вместо запинок. Паузы. У вас в том ролике, да? Ну, вообще в речи моей. Да-да. Ну, часто вы, ну, как бы даже и идеально говорите. Я даже не вижу вас. Там еще с бородой были такой. Ну, это меняется. Это то с бородой, то без бороды. Понятно, понятно. Ну, насколько ты серьезно настроен? Я не знаю даже, как бы сказать. Вообще веришь в успех, что это реально сделать? Хочу уже пойти в банк. То есть я дошел до ручки.